А, еще Соларахи Мастер, здорово. Так, ну погнали. И, ну да, там, как мы видели, еще копыта коровы будут добавлены в следующем DLC. И рога. Так что мы сможем сделать своих коров на льду. Ну, погнали. Господи. Кто-то у нас упоролся в чате. Да ладно. Еще 4 недели. Так, ладно. Нам нужно пройти... Кого там нужно пройти? Рицуки, Ами и Мами. Начнем с троллей Тян. Рицуки оставим последнюю. Начнем с Мами. Да, блин. Гопник Тян. Тёлки. Для тебя это состояние норм? Ну, круто. Ладно, давайте начнем. Короче, говорит, что у нее сегодня очень хорошее настроение. До этого она то ли сделала массаж, то ли ей сделали массаж кому-то. Поэтому у нее все замечательно. Плюс она съела кусок мяса. Так что на сегодня она готова всех порвать. Привет, Тоня. Ну что ж, погнали. Thank you.
Да, блин, хорошая песня у нее. Привет, Strategy, да, это ее личная песня. Ну, посмотрим, что здесь происходит. Я сейчас послушаю, что здесь происходит, в двух словах перескажу потом. Что-то насчет того, что она становится легендой. Точнее, вместе с братиком мы тут делаем легенду. Так, ну что-то насчет Леоны, то, что она ей сказала в прошлый раз, то, что она должна, то, что она замечательно умеет выступать, ее голос, ее песня, но ей нужно все-таки расти над собой. О, какие люди! Так, говорит ей то, что она действительно выглядит очень прекрасно на сцену, но что-то не хватает. Говорит, что сегодня на сцене она все-таки не смогла, скажем так, раскрыться как нужно. Привет, Сухарик. Сколько лет, сколько зим. Сухарик, надеюсь, ты мне принес сухарики. Ну, короче, она в унынии. Хочет что-то разобраться со всем этим. Продюсер предложил, а может ты слишком толстая для сцены? Она разозлилась и говорит, что у нее сексуальное тело, продюсер. Не будьте таким грубым. Полгода прошло, а я то и больше. Короче, страдает фигнёй из-за песни. Да уж. Ну ладно, будем пытаться раскрывать потенциал маме. Понятно. Так. Ну и Сухарик, ну мы тут не только Идолмастер стримим, куча вагон всякого разного дерьма и не совсем дерьма, но... Без идолов никуда. Никогда не нужно забывать, с чего ты начал. Продюсер тонко намекнул, что она слишком толстый тролль. Возможно. Специально костюм для нее везут. Да уж. Ну ладно, первый ивент пройден. Так, ну, надеюсь, сегодня, ну, сегодня как минимум сюжетную линию, блин, это Ами или Ами, я опять забыл,
Ну, короче, ее сюжетную линию точно пройдем. Посмотрим, может быть, и... пройдем и Ами, и Маме, а может быть только одну. Но зависит от времени и как у нас все пойдет. Тони, я что-то боюсь открывать тот линк, потому что, мне кажется, что... там что-нибудь очень страшное может быть. Не хочу травмировать свою психику. Ах, есть. И буст получили. Привет, садист. Пальцем в небо. Окей. Так, там шок-контент. Ну, окей, я понял. Значит, я правильно поступил, что даже не пытался ее открыть. Так. Ну что ж, второй ивент. Насчет того, чтобы костюм сменить на что-нибудь, ну, даже не знаю. Не знаю. Пусть будет это. Стоять, у него 15 скилл, очков скиллов. Так, ладно. Нужно распределить очки прокачки. Так. Поднять денсинг. Что еще есть интересно? Спешл плюс 3. Вокал. Спешл скилл. Даже не знаю, что взять. Наверное, скиллы будут полезны. Ну, погнали. Так, звук нормально. Что у нас сегодня? А, ну, будем раскрывать ее потенциал тоже. Так, сказал продюсер, что сегодняшний, скажем так, ну, стандартно. Типа, окей, сегодняшнее расписание составлено, круто. Маме, ты готова? Да, конечно, у мамы сегодня еще хорошее настроение очень. Ну, я рад. Будем тогда повышать твои навыки и тренироваться все лучше, чтобы стать все лучше. И идти к важному ивенту. Так. Так, у Ами
имени нет Strategy. Ну, погнали. На что влияют эти навыки? Зависимость от навыка. Тот, например, влияет на шкалу Voltage. Привет, Кортес. Но нет, просто когда безработный, куча вагон времени, так что нормально все. И я играю в хорошие игры, а не в говно, которое играют все. Да. И волчица, что у тебя случилось? Давайте посмотрим. Ну. А в чем проблема-то? Я только один не вижу. Ну ладно. Живешь на пособии? Не, на шее у родителей пока что. Вот последний месяц с чем-то. Так что нормально. Ладно, смотрим. Хотя, знаете, мне уже надоела эта песня. Послушаем потом ее. А теперь давайте посмотрим, что здесь происходит. Дальше. Так, что там у нас с мамой грустит? Как бы говорит продюсер, что ты прекрасно выступила, сегодня была на сцене, но что у тебя с настроением-то? Ну, короче, она не может понять какую-то связь в этой песне, и он спрашивает продюсера, если он может ей объяснить, что ей не хватает, может быть. Вот продюсер предложил, может, ей не хватает индивидуальности, хотя, не знаю, по-моему, это тупой выбор из вариантов ответа, но и так сойдет. Так. Кортес, после этого ролика я тебе отвечу. Так.
Короче, продюсер ей что-то сказал хорошее, и она думает, что нужно, наверное, больше сконцентрироваться на словах, скажем так, на смысле, среди словах, которые в песне, и, возможно, она сможет понять и прочесть, и найти эту связь, и что-то еще там, короче. Я не успеваю. Беспокоится то, что текст немножко сложный, имеет различные изложения, скажем так. И не будет ли это слишком тяжело для фанатов? Ей придется получше стараться, чтобы передать именно нужный смысл. Еще в этом духе. Так. Last Delight, как можно понимать иероглифы? Так же, как и обычные буквы. Так, она что-то там предложила, но я что-то зафайлил, ну, зато ей сказал, что это хорошая идея. Чё, нет, не хорошая? До сих пор учу, я очень плохо все знаю. Так. Ну, короче, она должна немножко, скажем так, в себе разобраться, стать лучше, найти какую-нибудь хорошую черту и с этими словами, с этой песней тоже. Ну, как обычно, как и у всех, они должны лучше пытаться их спеть и передавать своим фанатам и людям, которым они слушают, но для этого они сами должны понять смысл каждого иероглифа. Вот. Кортес. Как бы, ну, я не макароник, само собой. Я из Молдавии, если что. Это большая дыра. Моя родина. К сожалению. Так. Ну, психклон, круто, что ты с нами. Я повторю то, что сказал вчера. На следующей неделе, если все будет хорошо, мы начнем стрим по Persona 4 Golden. Так что не пропустите. Ремейк Persona 4, в котором куча вагон нового контента. Интересного. Родину надо любить. Тони, ты просто не видел эту дыру. Ее не за что любить. Я пытался. Да уж, моя родина там, где мои близкие. Вот, что я скажу. Циклон, ты что, стримишь на Велке, что ли? Нет, начнем с того, ты вообще стримишь, что ли?
я ни разу тебя не видел. Ой, господи. Так, ну на Кьямы. Хорошо, что у тебя проблемы. Не знаю. Google тебе в помощь, чё? Не знаешь, куда искать, что ли? Я понимаю, что тебе 5 лет, но все же. А, не стримишь, а? Так, ладно. Ну ладно, погнали следующий, третий ивент. Еще немножко мы добьем. Все. Привет, Рику. Да, Нак, нормально. Так, она что-то волнуется. Пришла Ами, сказала, что у тебя сегодня выступление, и ты, вижу, волнуешься, а пришла подбодрить, короче. Чё так внезапно? Ну, короче, она недовольна тем, что... Маме все знает тоже о ее проблемах. Она хочет сама разбираться. Фу, Аня. Господи, я их постоянно... Вот реально, смотрю. Справа маме, слева Аня. Ладно, погнали. Ивент. Ами поддержит. Прекрасно, как раз плюн. О, Hero Space, здорово. Что, даже не здоровишься? Так.
глаза подрисовала. Окей. О, господи. Да-да-да, мы эту песню уже слышали, хватит. Она, конечно, красивая, но слушать ее много раз как-то... Братан, ну как тебе? Нормально, заебись. А маме невероятно выложилась на сцене, не показала всю свою невинность. Ч- что? Что? Невинность? И эти чувства все вместе дали мне возможность что-то там вспомнить, благодаря чему я смогла еще лучше все сделать на сцене сегодня. Сейчас сказал, что типа, ну, немножко все-таки разочарован. Потому что я выбрал тупой ответ. Говорит о старых воспоминаниях насчет того, как они начинали с продюсером только работать, как он идолом ее делал. Все эти воспоминания дарит и какие-то эмоции, и все в этом духе. А тут у нас еще тролль Тян. Здорово, тролль! Здорово, Пека! Короче, скажем так, Ами типа учитель маме, который дает ей напутствие и советы. Они, короче, типа играют в игру между собой. Забавно это выглядит со стороны. Вот Ами говорит, что она очень нежна. Нежно будет всегда обращаться к маме и будет ее защищать все-таки. Она для нее важна. Что-то они вспомнили про детсад. Что-то они там сделали. Я опять выбрал какой-то ответ, который что-то походу не понравилось. Что-то насчет того, что я я типа что-то плохое хочу с ними сделать, что ли? Окей. Я не понял. Что-то насчет того, что она стала лучше и теперь с новыми силами она заставит Леону рыдать прямо на сцене от проигрыша. Ну и от того, как они, как она замечательно будет выступать. Ну, вот посмотрите на эти два тролля. Смотри, они сейчас тебя покалечат. Блин, вот эту анимацию нужно было гифку из нее сделать. Так. Ну, Рико, вчерашняя игра, ну, не знаю. Она еще будет, но будет когда-нибудь. Сегодня вряд ли, потому что сегодня мне лень в нее играть. А завтра не могу, потому что, как говорится, личная жизнь зовет.
Завтра вечером я буду занят. В субботу или в воскресенье я не знаю, если вообще буду стримить, там у меня кое-какие планы, если... Если ничего не получится, то может быть, но если получится. Так что, наверное, только на следующей неделе. Ну, посмотрим. Ну, в любом случае, я напишу в ВКонтакте об этом. Анонс сделаю заранее. Так что, если ты там подписан, все увидишь. Ну или на канале на Twitch, там можешь тоже подписаться. Там рассылка идет. Эй, привет, Харукатян. Дай я тебя разделаю. То есть, пока, короче, пойду я дальше. И, кстати, я вот... Фу, блин. Сейчас, секунду. Блин, ладно. Ну так вот. Личная жизнь. Да, тонет. Да, с друзьями потусить и все. Немножко... подышать свежим воздухом, это вся фигня. Ладно. Харутян. Так, сейчас. Я кое-что насчет тентакли хотел сказать, но, блин, забыл, что. Блин. Замечательно. Так вот, я видел раньше, вы писали там, что с тенками будут после того, как они вырастут. Там видел много интересных предложений, там тентакли тоже их будут ждать. Но знаете, я думал, мы давно уже об этом говорили, что ну, мы распределим их на нашем чатике. Каждый берет себе по одну тян и дальше, что с ней произойдет, это ваше дело. Так, какой-то тут ивент вижу. Появился. Так, окей. Ничего не умеет, Тони? Ну, не знаю. Ну, как мы видим, одно тут тренируется, уже начинает отлынивать. Спит немножко. Она устала и... Она устала и лежала на полу и там спала, что ли, почти что. Начинала отрубиться.
Что-то насчет того, что сейчас работать ей нравится больше, потому что весело из-за того, что есть продюсер, или, как она говорит, братик. Ей очень комфортно, и очень хорошо, и все в этом духе. Плюс ей нравится, когда она на сцене, там всякие эти шумы, там вся толпа ее поддерживает. И ей нравится звать продюсера братиком. Вот и все. Так, ладно. Ну что ж, четвертый ивент. Ну, костюм у нас открыт, песня открыта, погнали. Надеюсь, мы сможем его пройти. Надеюсь. Говорит, что наконец-то это настало. Маме готова порвать сект кактузи грелку. Короче, выложится по полной. Будет до самого истощения. Скажем так, петь и выступать и делать все, что она сможет. Все-таки сегодня по ТВ выступаем, вся фигня, да-да-да. Она сказала, но... Ой, братик, подожди, мне нужно сначала в туалет, а потом пойдем. Окей. Ладно. Не обязательно это было нам говорить, но... Ну, погнали на сцену. Сказал как Сёгун, а? Давай, волчица, пока. Сходи еще. We'll be right back.
да, тут проблематично. Слишком быстро враг начинает набирать обороты. Нужно что-нибудь придумать. Сейчас попробую, может, с самого начала потратить все полоски. Точнее, все сердца. ХЗ. Да, походу надолго мы тут. Со второго раза я ее порвал, врага как раз плюнуть. Повезло, что полоска буста у него пополнилась сразу, точнее пополнилась, когда был конец песни практически. Ну, замечательно вообще. Привет, Штир. Вижу и ты к нам. Ну, это не Ами, а Мами. Так, ну что ж, послушаем еще один раз эту песню. В последний раз. О, Господи. Она меня убить хочет, что ли, изнасиловать? А может и то, и другое? Ладно.
Ну все. Теперь эту песню мы не скоро услышим вновь. Ну, до следующей DLC, конечно же. Хотя хз, как будет там в следующем DLC. Так, ладно. Осталось посмотреть финаль. Финал. Так, великолепная победа, маме, и все это фигня. Вот маме говорит, что она сегодня прямо сияла на сцене, было просто замечательно, прямо горячая штучка. Да, молодца. О, Леона появляется. Говорит ей, что ты изменилась. Эх, Леона. Продюсер говорит, что не обязательно тебе это говорить. И... я удивлен, что вы пришли, ты пришла сегодня посмотреть. Она говорит, ну конечно же я пришла. Я не могу пропустить такое. Говорит, что сегодня на сцене она проиграла так же, как и в прошлый раз. Ну, короче, всячески хвалит маме. Маме рассказывает, через чего она прошла, так скажем, пережила всякое разное, но все-таки смогла добиться вот таких результатов. Так, ну она говорит, что я продолжу петь и буду ждать следующих челленджей. Продюсер ей, я выбрал ответ, что сказал ей, что что-то типа, для мамы нету ничего невозможного, она сможет даже превзойти, возможно, тебе. Маме порадовалась, ну и Арена ждет, когда это случится, если это случится. Так, она очень рада за то, что продюсер сказал. Что-то насчет силы духа во всех 765 Pro и маме. Короче, она тут вспомнила, что хочет снова пойти в туалет, она больше не может, поэтому пошла. Окей, продолжение следует. В следующем месяце. Точнее, в этом месяце уже. Ну, а на стрим уже, когда будет, тогда будет. Ну все, замечательно, мы прошли еще одну линию сюжетную. Война это плохо? Не, это нормально. Война это хорошо. Ова. Да.
Так, ну что ж, дальше идем проходить Ами.